2018 году по инициативе сторон была создана Российско-Казахстанская комиссия по сотрудничеству в области архивов. Ей предшествовало большое количество совместных проектов и договоров между представителями обеих стран. После создания комиссии коммуникация в научном сообществе стала проще. Четвертый раз архивисты России и Казахстана встречаются для того, чтобы обсудить аспекты практического взаимодействия между архивными учреждениями наших двух стран, поделиться информацией и просто сделать все, чтобы наше тесное взаимовыгодное сотрудничество продолжало развиваться в гуманитарной сфере в данном случае. Архивисты из России и Казахстана обмениваются данными, организуют выставки и издательские проекты. Мы сейчас готовим совместные сборники, но мы сегодня еще, казахстанская сторона будет делиться своим опытом и практикой по применению электронных архивов, электронного документооборота, потому что мы сейчас ведем активную работу по цифровизации архивных документов. Мы надеемся, что у нас будет плодотворный обмен и в этой части работы. Мы очень рады тому, что у нас есть возможность такого регулярного общения, потому что мы, ну, за исключением пандемийных годов, мы практически каждый год встречаемся. Либо эти встречи проходят в России, как в этом году, либо мы встречаемся в Казахстане. У нас очень хорошие и профессиональные, и человеческие отношения. И это является залогом нашего сотрудничества, нашей дружбы. И самое главное, что это не только профессиональное сотрудничество. Это вклад в развитие дружеских отношений между нашими странами и нашими народами. Архивы – только одна из сторон взаимодействия России и Казахстана. В ноябре делегация Оренбургской области примет участие в 19-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Напомним, в прошлом году форум проходил в Оренбургской области. Артем Вербицкий, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.